Я обрел запасную цепь для своей аккумуляторной пилы 8 дюймов. Точно такую же, как шла в комплекте с пилой. Цепь получилась недорогая, дешевле, чем покупать ноунейм цепи с Алиэкспресса. Я еще не примерял ее. В общем, такой производитель. Упаковка фирменная. У них большая линейка бензо, пил и комплектующих к ним. Цепь очень острая. Я ее уже доставал. Здесь есть логотип Вубон. И на другой стороне циферка 1А. Вот у меня тут уже почти стерлась, но я по этому логотипу определил, какая стояла родная цепь. Это чизельный зуб. Вот так она выглядит. Сейчас я покажу, как пилит моя старая цепь после небольшой правки напильником 4 мм. И потом примерю новую и сделаю пару резов новой цепью. Про эту пилу я уже снимал и распаковку, и небольшой обзор. Вот на днях немножко повредил крышечку, когда ее вот так перекособочило. Крышка очень прочная, несмотря на большую нагрузку, она выдержала, а выкрашился пластик именно от того, что цепь по нему проехалась. Но это мелочи. Сейчас вот такой резиночкой. В общем, абсолютно такая же цепь. Вот это старая. Сейчас продемонстрирую. Диаметр чуть меньше, чем шина. Примерно 15-16 сантиметров. Рыхлая древесина. Это каштан обыкновенный. Есть небольшая волнистость. Так, следующий, это у нас вяз, это гораздо плотнее древесина, примерно 10 сантиметров в диаметре. Но это все сырое, и это сырое, и это. Скорость реза приличная, и на плотной древесине может заклинивать и уходить в защиту. Это ясень, чуть больше 10 сантиметров. По весу он самый тяжелый. Вообще поднимаешь, тяжелая древесина. Вот обратите внимание, немножко волнистость. Это появилось после заточки. Так, теперь поставим новую цепь и попробуем ее. Снимаем аккумулятор на всякий случай для безопасности перед заменой. Винт крышки я заменил на более длинный, чтобы было задействовано больше витков
стандартный был короткий. Этот винт из нержавейки. Шляпка под шестигранник. Длина 30 миллиметров. И две шайбы. Потому что нужен примерно 28 миллиметров, чтобы не достать до бачка. Поэтому подложил дополнительную шайбу. Снимаю крышку. И ставлю новую цепь. Она абсолютно такая же. Не забываем про винтик. Натяжитель. О, все подошло. Так, сейчас. Чуть-чуть ослаблю. Я, видимо, его задел рукой, и он подзатянулся. С одной стороны, хорошо, что один крепежный винт очень быстро можно смонтировать. С другой стороны, немножко плохо, что крышка может провернуться. Вот что у меня и произошло. Надо за этим следить. Так, натяжка есть. Проверяем. Если сильно перетянуть, уйдет в защиту аккумулятор. Да, я перетянулся. Пока ослабляю здесь. Так она выглядит, новенькая, смолой еще не вымазанная и смазкой. Все, сейчас продемонстрирую, как она пилит. Тоже есть волнистость, даже на новой абсолютно заточенной цепи немножко волны присутствуют. Thank you.
Стружка довольно крупная, по 2 сантиметра. Ну, новая не хуже, чем старая, и зуб немножко даже шире, но короче, чем у старой. Отличная фирма, недорогая. Попадались еще такого дюйма с такой же толщиной. Цепи Green Works, но они стоят где-то 1150 рублей, в 2 раза дороже. Всем пока.